Первую половину недели округ будет под влиянием теплого атмосферного фронта. Благодаря ему температура воздуха в воскресную ночь практически не понижалась, а росла. Если в начале значения температуры отмечались около плюс 1 градуса, то в предрассветные часы они выросли до плюс 2 градусов. Приход теплого атмосферного фронта повлиял и на понедельник. Сегодня ожидается дождь, а местами туман. Об этом ТВР-24 рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Сегодня днем на юге округа потеплеет до плюс 5, плюс 7, все также благодаря этому теплому фронту. На севере округа влияние теплого атмосферного фронта сказывается в меньшей степени, и там потеплеет лишь до плюс 3 градусов. Дождь сегодня продолжится в течение всего дня, и суммарно выпадет не менее 10 миллиметров осадков. Во вторник ночью дождь закончится и похолодает до 0 градусов. Местами, возможно, небольшие заморозки, на дорогах образуется гололедица. Днем во вторник ожидается преимущественно облачная погода без осадков, но потепление не придет. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс 1 градуса, а к вечеру перейдет через 0 к отрицательным значениям до минус 1 мороза. На дорогах снова станет скользко. Ветер в ближайшие дни будет дуть с севера, с северо-востока со скоростью 2-5 метров в секунду. В конце недели повернет на юго-восточный. Атмосферное давление сегодня упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Продолжение недели будет расти существенно, и в четверг уже составит 755 миллиметров ртутного столба. А затем давление снова стремится вниз. На фоне области высокого атмосферного давления в последующие сутки ожидается погода без осадков. В дневные часы будет холодно, максимальная температура днем ожидается около 0 градусов. В середине недели ночью при ясном небе мороз усилится до минус 4, минус 6 градусов и только к пятнице ослабнет до минус 2. Ночью в пятницу пойдет снег, днем переходящий в ледяной дождь. Ожидается, что на этой неделе солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной, а геомагнитная обстановка от слабо возмущенной к спокойной.